снялся он где-то в середке. Интересно, они что, разродятся? Нет. Так, МХ цены, да? Угу. Через 6 я пройду, гляну. Да, ну, посмотри, что в 6 е. Шесть. А теперь слетай в 6C. Торекс нашел, проверяю. На 10 к нему варпай. На осе. Сори. Ничего страшного. Дест во флоте. На 6Е варпаем, кто в МХЦ. Остальные заходим, варпаем на 6Е. 6СЗ, локал 24. Отлично. Посмотри их на гейте Реблиер. Кстати, сканер точка нись во флоте. А еще лучше стань отдельным складом, чтобы ты цептаров варпал склад варпом. Ребята, извините, но я в две руки. Да, такой может, сканер у нас. Пока, да? Сканер не до сканер. Да. Талвар, Каракала, Трон, Талвар, Клоу, Таранис. Раз, два, три. Три Тараниса, Гармур, Клав, Атрон, Каракал. Классно. Наш Каракал, готовься. Пришел твой судный день. На кого, если что, выводиться? А нас Дрейк я видел где-то. Уже нет. Заходим 6Е на 6C варпаем. Че говоришь, они там не в мобиле стоят, да, на расстоянии? Рядом с мобилами. Между мобилами два Талвара стоит. А грамин, в самих мобилах грамин никого. Возле гейта стоит. Кто? Гармур. Ну этот. Фрикнул. Ракетный фракционник новый. Сколько их там? Так, на меня Таранис выводится. 5 человек. 5 человек. Раз, нет, не 5. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 человек. 7. Очень интересно. Ну попробуем продержаться. Так там мелочь, там мелочь. Да вот я думаю, кого хватануть, ебать. Ну они сейчас ко мне придут, если что. Я могу гламура, их гламура, на себя подтянуть. Гармуры стыковать нужно будет. Ну подпирайте гайку. Чё, подхватывать их? Кого бублить? Блять, я вам сейчас забублю мозг ваш нахуй. Никого не хватай, сваливай оттуда, блядь.
Так, меня задизели. Грейся. Греюсь. Заскрамлили. Ебать. Ассалты заходим, ассалты заходим, варпаем на Брокколеона. В флоте я убился. Бля, у них клейморы и дамны еще есть. Ебануться и брутикс нахуй. Все, Бракелона больше нет. Все, А что можете мы, мы варпать. шатаем, Не что ли? варпать, а разгон берите на Реблиер. Поздно. Отварпали. Отварпали? Ну ничего, Да. значит. Сейчас они все равно отварпанут. Сейчас меня будут пинать. Тут есть Ебать, я цели, дронов которые где-то забыл. Вот вместе. это я лох. Покеши. Тут А, есть ну цели. тихо, блядь, чего? Тут есть цели, Монет, которые монет захотят никакого. смерти моей. Ну, хватайте, что можете. Каракал, например. Нет, блядь. Сука. Брок, ты яйцо там жив? А, Брок? Пока еще жив. Ну, дуй к этому. В Реблиер заходи, там что-нибудь зафитишься. А, уже сейчас сдохну. Да как ты сдохнешь-то? Где ты успеваешь Да, сдохнуть? блядь, в мобилу вляпался. Ну, так что, они же тебя не убьют, блядь. Так уже поймали. Таранька. Ебать. Да ладно, сейчас шо, Курика брать у меня тут рядом есть. Бери, а что это делать? Видишь, они говорят, что... X2. Ой, 2X, вернее. Бери, хули делать. Это пиздец. Так, ну кто у нас еще тут есть желающий? Арис, Арис. Кто у нас Арис? Точку поставим 6Е во плюс флот. 1 нейтрал. А? Плюс 1 нейтрал 6Е. Ну смотрите, смотрите. Блин, я дронов забыл, это пиздец. Харули срано. На 6Е вся мелочь варпает в 6С, который. Мобилу попадется. Ну и убьем ее. Так, Формик, ты в ТСе же? Да. Отлично. Дест новый во флоте. Новый ДЭС во флоте. Формик, дуй, короче. Там ищи людей. Там, если в локале 2-3 человека, не очень интересно. Вот интересно, когда их много. Нам надо что-то найти, чтобы кому-то присунуть. Ну вот, нашли уже. М? 6С уже нашли. Кто? Зачем? EZA локал 12. 12? На На подскане? подскане никого не видно, есть две станции. Давай дальше дуй. Там может у следующего гитача будет. Так, вся мелочь на EZA варпайте. Омен есть на подскане, попробуйте насканить. Так, хватать его не надо. Просто скажи ему Шестие свои. проход с нашего гита. Не скаут для меня Слушай. дороже, чем он. Гальмур при варпе. Вольф при варпе. Ну, в ноль? Вольф, Гальмур.
Ну, схватить сможете? Или они далеко? 8G никого нет вообще. Отлично. Понял, гармон. Давайте, все заходим, варпаем на кого? На гейт Еза. На гейт Еза варпаем. Все заходим, на гейт Еза варпаем. Давайте, держите эту суку. Гармур, вот ты был уже, 5000. 5000 топит, Сабра провалилась в Еза. Ну все, обратно тогда чальте. Сабра в Еза. Сабра в Еза? Ну заходите кто-нибудь. Сабра агрится. А ты на чем? Да заходите, убивайте Сабру. Все, заходим, Сабру убиваем. Только ее схватить не забудьте. Убиваем ее, Сабру. Блять, на скрамбл ее посадите. Ну что за хуйня? Она носится как бешеный таракан, блять. Схватите ее на скрамбл. Ебать, у нас еще один труп здесь. Молодцы, блядь. За Вульфом следите. А что у нас умерло? Целая Вентура. Ебать, а откуда у нас вообще Вентура взялась? Ну это интер был такой корявый. Заходим все в ЕЗА, разгон берем на... Так, чё? Ну куда? Ну и что? Пускай в ЗВН, а с ЗВН на GH идет. Только не сдохнет. Разгон на 8G берем. Там все забублено, скорее всего. Кстати, что, Сабру никто не лутает? Не нужны пулеметы там, еще что? Заходит тут за нами, что ли? На 8G берем. Разгон. А, из ЗВН на 8G. Так, где наш формик? Ты где уже? Сейчас захожу в 8G, там никого не было, я там уже... Был. Все, я понял. Ну, лучше там 8G побудь. 8G пустой локал. Иду дальше по Д. Ром, следи там за наш Саброй. Мы Вентуру просрали. Жесть. Недалеко отсюда, в 2x7 могут выдать новую. М2, локал 1 человек. Все варпаем на 8G. В М2 локал 1. Чё в 2x7? Где это? Чё там? Говорю, что недалеко отсюда, в 2x7 могут выдать новую Вентуру. Да я думаю, здесь человек, который вот сейчас умер, он может себе купить, блин, все, что ему надо. А, не найдет. Разве что ААС, если полететь тут хаб. Ну, интерцептор купит. Так, где вы там двигаетесь? Мы в ЕЗА сейчас. О, отлично, я к вам. В 97X тоже пустой локал. 97X пустой. 97X? Ну, 97X не надо. Возвращайся к нам, Интер. Новый дест во флоте в обратную сторону. Варпаем все на 6C. Наш интер, возвращайся, обгоняй нас и иди вперед.
Такеш, может мне на Цептера пересесть? Это кто? Это спорт. Я что-то чувствую, что лучше. Ну, я буду полезнее, если я там кого-нибудь прихвачу. Пересаживайся, то где ты его возьмешь? Ну, тут есть... GH, никого нет в локале. 6E Proteus на подскане. Чего-чего? 6E Proteus на подскане возле гейта 2X. Я возле гейта, он на подскане. А ты на чем? Ой. Кто в 6E, он на чем? Мобайл депот, Бракелон на хурике. Мобайл депот на подскане. Да мобайл депот хер не нужен. Это он только что выбросил его. И Микус на подскане. 3 нейтрала в локале. Отлично. Знаешь, что в 1-2 сидит? На гейте 2Х он? Возле гейта 2Х на подскане. Так что у тебя уже так не получится делать. На большом, на далеком подскане. Я понял. Что пока вот эти последние... Где наш Хелиус? Потом... Здесь. Ну, дуй туда. Корок на подскане. Хелиус заходит в 6С, варпает на 6Е, и там, короче, хера, этот ищет шпроту, ибо. В 6Е Имикус заметил. Да, он тут мимо пролетает. Ищи его в районе солнца. Я пошел, тут еще этот дестройер летает какой-то, сейчас может поймаем. Борокс, он недалеко от меня, ты нам, скань. Нас скань интересует ротвень. Только протеусы, бы. Все остальные я заходим, знаю, да? Варпаем на 6Е. В 6Е никто не проходит. Протвин где-то в районе солнца. Лен, ты с нами? Хелиус, ты где пробки выкинул, ебать? Тебе в 6Е надо искать. В 6Е Протеус, около солнца. В районе солнца, да, узким лучом в направлении солнца сканер. Остальные собираемся в 6Е. Лен, ты с нами? В F6 сагрился этот дестройер. А где это F6? Я даже не знаю, через где это. Джампа. Это через впереди джампа, на 2 джампа. А ты на чем? Я на цепторе. Ну и сваливай от него. Иди, блядь. Догоняй. Просто если какие-то ассолты подлетят, то можем его зажопить. Да пока мы через 3 это пролетим, ебать. За этим дестройером. Мы тут шпроту сейчас будем ловить. Да. Лен, у тебя много этих проб? Он сейчас перефитится, ребята. Ну, жги вот здесь, на нашем гейте. Зажигай, и будем стоять. Лопнет, следующую зажигай. В MHC, это самое, 14 человек в локале. На подскане пока ничего не видно. Я знаю. Пробки кидай сразу в район солнца, он где-то там сканится. Мой. Я не знаю. Да не надо, по краям не становитесь, просто ждите в середине. Если вдруг какое-то тело захочет к нам прилететь, то пусть летит. Так, появился Гуристас Врек. Миски делает. Видимо, да, и Мобайл Депот светится дальше. Смелый парень. Пойти что ли солнышко проверить? Да нет. Если вернее пробку увидит, улетит. Ну он уже ее увидел, и Хелиус еще и не клочится. Хелиус, а ты че не клочишься? Как это не клочится? Вот, о, только что заклочился. Значит, в MHC Фалькон на подскане Имикус, Тавлар, Легион, Торакс. Угу. Они Легион... Так, смотри, между... Два еретика. Еще один Тавлар. Сейчас
Сейчас, минуточку. Так, интера точки поставьте. Живые, которые рядом с нами. Которые в 6С находятся, интера. Поставьте во флот точки. Откуда у нас интера? Ебать. Это печально. Пропал протез Паскана. Все, пропал? Да. Хорошо. Он Атрон чей-то летит. Атрон не наш, наш? На Паскане я вижу. Он провалился куда-то. Проверяю М2. Кто? Атрон. Ладно. Я про Протвин. Он в 2Х на выскани, выскани Mobile Depot. Это его депот. Если он придет, он на него будет варпать. Услышал, сканер? Да-да-да. А хер с ним, мы не будем нужны. Ну а че нет? Сейчас я X2 проверю. 2Х вернее. Он в 2Х ушел. Заходим. Заходим все, варпаем на МХЦ. Так, наш интерцептор, в которой, в какой системе находит, который скаут? Я MHC. Отлично. 2Х нету противня. Шлагов нас, сука. Хотя навряд ли. В МХЦ на ебну. Минута АВ, даже меньше, пару секунд. Давай. Мы улетим, а ты здесь останешься. О, с нами Арис. Спорт, а ты уже там летишь за этим? Интерцептором. Че вот это зашло опять? Кто хочет умереть, сразу признавайтесь. В МРС локал 18. Правда? Я знаю, у нас там есть уже глаз. Давайте все ассалты заходим в МХЦ. Варпаем на Харуль. Ассалты все. Заходим МХЦ на Харуль варпаем. Пошли. Только ассалты. Надо пару ассалтов слить нам. Как я тебя люблю. Там много их слишком. Лучше бы цептора брали. Если там у Харуля что видим, сразу, блядь, за жабры нахуй подтягиваем. Вы еще в МХЦ? Мы в МХЦ, да. Вон, видишь, там куча и всего, там, блядь, только что битва была, там какой-то галваниз зеца ёбнули, блядь. Там куча этих, блядь, бобров, это ж классно. Мои дроны там должны быть ими. Мы, в принципе, за ними летим. Давайте, а, все, нет ничего. Ебать, моих дронов пизданули. Чьи-то других вижу. Подождите. Вот это яйцо ёбните, блядь, чтобы оно не смущало здесь. И, блядь, не хватайте дронов, я хочу себе их подобрать. Может, и там только вон в реке пока полутать. Так, наш этот где? Хелиус. Здесь, в 6Е, сканю. В МХЦ заходи. А, ну ладно, уже можешь не заходить. И вон то яйцо, пизданите его. Дронов не собирайте, блядь, я потому что без дронов. Ни жизнь, ни жизнь без них. Да я один. Какие-то твари заходят там через, блядь, Харуль. В Хару локал 3. А мы в Хару не полетим. Возвращайся обратно. Ой, ебать, здесь харбу ебнули.
Крыса хер с ней. Куда плыть? Чего стрелять? Это кто? Бракелон на хурике. Да ты летишь теперь со флота. Нас... Ждем, когда могу... спортмодель пересядет. Так, давайте, вся мелочь наша, которая в МХЦ находится, на гейт F67 перемещайтесь. Остальные все заходим в МХЦ на F67 перемещаемся. Цептеру туда проходить? Да, цептеру в F67 проходить. Ну, сможете его за жопу взять? Берите. Надо. Нет, не берите. F67 локал 2. Ну, подсканим. На подскане с гейта ничего не видно. Дуй на следующий гейт. Пускай варп. Ну да, нежелательно. Скичи, вы там под отдельным командованием. В смысле, а варп забрал, а не от варп, блин. Сейчас варп, варп нас подхватил кто-то. В прошлый раз 2 скича варпало, в этот раз 3. Ну, вообще супер. Да. Это ужасно, как это пережить? Как сдохнете, блядь, и я из-за вас сдохну. И это будет печально для всех. У нас суровые глазовые скичи. Заходим все в F67, варпаем на пейтот. Формик, дуй в пейтот. Два товара и торакс на подскане. Ну, увидишь что-нибудь. Например, торакс. Хватай его на дис и орбить ему. По итогу локал 2. Угу. На подскане? На подскане не видно. Дуй к следующему гейту. Даже в следующую систему. Так, а какой у нас дед линканите во флит? Такеш, я подтягиваюсь на цептере, это спорт. Меня вперед там кидай, чего там, кого-то. Конечно, я только тебя и жду. Я пришел. Ну, догоняю сейчас вас активно. Ты с нами? Догоняю, зафитил. Догонишь, сейчас догоняю, да, добро. Заходим в пейтот, варпаем на XB, это кроме скичей. Скичи там отдельно, как там, у них свои способы. У нас тут своя атмосфера. Да. XB локал пустой. Давай дальше. На FD варпай. Уже. По приходу в XB заходим, варпаем на FD. FD локал 4. Сколько? 4. Вигел на подскане. И руптура. Прижмись гейту обратно. Почему скичи скорость локал варпа 6, опять упала до 2.5? Хорошо, прижмись обратно гейту. Чего?
У скичей скорость варпа опять упала до 2,5 АЕ. Я не работаю в CCP. Цинка видна. На цинку варпать? При варпе на цинку, если увидишь там посы и мобилы, ебать, от варпа. Остальные все собираемся у гита FD. Да, это по структура и вигел, они там стоят на посе. Отварпают по десту. Акеша догнал, в XB сейчас проваливается. Отлично, тогда... Формик, как придешь, возвращайся к нам. Брокколеон, перейди в 4-й склад. И прокилон. Давай, спорт, все надежды на тебя. Сейчас оформим что-нибудь. Тут Протеус на гейте. В каком? В XM. Каракал, дуй. Заходи, каракал наш. ВФД на гейте XM? Да, на гейте XM. Он прошел ВФД. Агри он Протеус. Прошел ВФД. А? Чего? Прошел ФД Протеус. В куда? К нам? В ФД. ФД. К нам Протеус? Так, ну-ка Бубль, блядь. Нет, у нас. Он в ФД прошел. А что ты чешешь? Так, давай, спортмодель, блядь. Дуй, короче. Я на гейте XM. А, ну заходи в XM, остальные все заходим. Таберфлит на подскане, каракал на подскане. Это наш. У нас прибавление да. Нейтральное. Прохожу XM. Давай. Да, в FD заходим, варпаем на XM. XM, локал. Протеус, у нас Протеус, XB. Где он? Блять. У нас все заклочился. Бубль пришел. Блять, он заклочился, где он? С какой стороны? В XB. Так видите на него, все, забейте нахуй на него, варпаем на XM. XM локал 4, подскан 0. Иду дальше, BMNV. От гита подскан 0. Угу. Выхожу BMNV. Давай. Собираемся все у XM. Локал 2. Подскан 0, 31 MLU пошел. Ага. Главное, там далеко от нас не уходи. Ну я подожду еще. Марк 5 где-то сканится, сейчас чекну. Да на после. Ну ладно, не буду, поехал дальше. XM заходим на BMNV варпаем. XM все заходим, варпаем на BNV. А, 31 MLU, локал 15, подскан грустный. О, отлично. Подскан нет ничего дельного. Вся система просканивается, варпаем на 0 LTQ. А. Собираемся у гита BNV. Прохожу 0 LT. Угу. Локал 4. Подскан грустно, варпаем 2P. А можешь еще раз про подскан повторить? Подскан Торакс. Сколько до 0? А, секунду.
Нет, нам еще много. За ноль. Заходим БМНВ Варпай на 31 МЛУ. Варпай на андокс танки, посмотрю. Ладно, смотрю, что он как тебе не чморанул, блядь. Не, он меня не чморанет. Мало еще. Ты мне должен сегодня кар поймать, вот как хочешь, короче. Торекс на андоке. Покручусь. Сейчас его бомпану. Бомпани. Будет сколько весело. Их там в локале? Локал 4. Это где? Он топит в станку. Это 0 LTQ. Я понял. В чем станку-то топит, дурак что ли? Боится. Я же на мальке, вот почему мне бояться-то? Все равно боится. Непись вот вокруг сносим. Мы на гайке уже или нет? Да, мы на гайке. А, нет. Ой, мы не на той гайке. Докнулся. Пошел дальше, он не даст. Ага. Заходим 31, варпаем по десту. Дронов не, тех не забываем чьих-то. На цинку варпаем. Погас. А, уже не варпаем. На 10-8 была. Да, на 0 ЛТ варпаем. Прохожу 2П. Локал 0. Варпаю АСДЖ. Там по карте тоже пусто кэш. Да, я сейчас. Да, локал 0. Варпаю. Дальше тут есть что-то светится рядышком, я просто не смотрел заранее, откуда там мы пришли. Новый ДС во флоте. Вот там, короче, ждет кар наш. По карте там тоже пусто. А карте кар не пусто. Может к нам поближе как-то подойти. 0 ЛТ, заходим на 2П варпаем. Главное, далеко от нас не отходить. А, значит, там локал 0, куда я варпал, XT возвращаюсь. А, вернее, не, лечу, варпаю на XT, локал 0. В QX нас, подожди, это у тебя там по духу такие машины ездят? А, это какая-то Феррари там. Скич наш отвалился? Да, наш отвалился, скич. Наш отвалился. Догоняй. Чей? Кто? Джеймкрафт, по-моему. За нами там нейтрал проваливался на мелочи. Да хрен у него. Нам не интересует один человек, нам надо найти флот его. Или карнах. Чем мы будем за такой толпой, блядь, за одним охотиться? Нам надо, блядь, заебись порубиться. Или флот каров. Или так, да. Или орку. Это не важно что. Полную клетку. По приходу в 2П заходим, варпаем на АСГ-8. Пацаны, у вас минус скиз. А? Скиз один в ВОВ ушел. На все время? Да, на сегодня все тоже. Ну давай. Ты хоть допнулся где-нибудь? Да, я допнулся. По десту. Подска на стера скайт. Это ты где уже? XT-R36. Ой, подожди нас там, пожалуйста. Тут со мной еще Формик. Кто? Формик. Формик, ты с нами лети. Формик, ты слышишь меня?
Маша, я соседнюю систему зайду. Тоже пипец. Чекмы. Прохожу QX с тобой. Давай. И вот там подожди нас, чтобы мы там все собрались. Там чисто, скорее всего. Да, тут чисто мой плюс какой-то. Так надо его за жопу хватать уже. Блин, блядь. Тангану подскажем. Тем более. Ну, це ж плюс, не будем проказничать. А если... Подожди. А чё, для тебя эти плюса, что ли? Ковины. Какие-то ауткомс, блядь. Не-не, вот я тебе линканул перса, QXW, только я один. Ладно. Попёр я дальше посмотрю. Я по это потусю, найду. Нет, QXW, подожди нас, ебать. Хорошо. Заходим, АЭС, варпаем на 1.3. Подожди, там дальше станция, ебать, спалят на. Мы ж, блядь, передвигаемся не как интера. Заходим, АЭС варпаем на 1.3. Сейчас фонтан полетим, там на шпиндоху это. Так, в вашу сторону сейчас Астера пошло. Попытайтесь там. В вашу сторону это куда он пошел? Он варпнул на АС. Я понял, ждем, никто в не заходит. В системе 1.3. Он же клуб. Ждем, никто не заходит, будем ловить этого вонючего Астеру. У нас же бабуль есть. Добавление. Давай, Бубаль, Бубаль, это Астера. Пытаемся эту сволочь расклочить. Вон, хватайте справа, вон. В ту сторону сабра вы... А, все, блядь. Ну, он за пределами, бля. Дронов собираем. Заходим от 1.3 варпаем подъезд. Потому что гейт межконс этот региональный, блять, он больше. Варпаем на XT. Это спорт, ты где? QXW. Отлично. Давай, рви когти вон туда, лови нам кар. Держи его, блин. Только не умри, нах. Система 94... Ой, 9-4 RP2. Это... Блядь, ты чё там делаешь в той системе? Я вас поубиваю. А у нас по дороге. А? А у нас по дороге. У нас там док есть? Нет. Печалька. Блять, вы меня не пугайте, я тут типа, такими тайными тропами пробираемся, ебать. Это уже кто-то туда есть прилетит, ебать, я его прям там и убью, нахуй. Вопрос, откуда у нас инфа про кар там и так далее? А, я там тебе есть говорю, глаза? Что там кар нас ждет. Глаза там есть? Нет, там глаз. Это надежда. Шпионы работают. У меня по карте там ноль пилотов в космосе за последние 30 минут. Ты лети, родной. Да-да, я тут уже. Сейчас мы проверим, у кого лучшая агентура работает. Заходим, XT. Подест варпаем. Так я же сейчас альтом там кару выгонит. Давай тебя не сожгу. И весь флот порушит. И нам отдаст. Скажешь, что так и было. Брок, это у тебя там дверья хлопают? Да нет, нет, это у меня Настя не выдержала, короче, ваших полетов, ушла нахер. Правильно. Секса сегодня не видать. Локал 12, подскан
Ни хрена интересного, на док варпа. Это ты в своей системе? Да, 9.4P.NQ. Нету кара? Нет, локал 12, подскан, ничего интересного. Вернее, вообще ничего нет, кроме на палок. На XZH варпнул, там посмотри. Darkblood Control Tower, ой, что-то у них тут хорошая палка стоит. Перо Марк 5. XZ, да? Да, это тупик. Там у нас 3 пилота в космосе. По карте. Ну хуй его знает. Ладно, полетим пизды получать. Локал 8. Подскан Иштар, Иштар 2, Иштар. Сейчас будем брать. Ищи. Надо бы далеко. Заходим. QXV. На MJY варпаем. Гай, Штар, ищу, братцы. Мы пока подтягиваемся, ты ищи. Их сдуло с подскана. Чего говоришь? Их сдуло с подскана. Варпай на док. Новый дест во флоте. Летим в жопу жопочную. Все заходим, варпаем на ОБД. Заходим MJY, варпаем на ОБД. Возвращайся, спорт. Да, бегу. Тут вот след, вот где ВРАЖ, там целый регион, блять, и все нас ждут. И там прям пизды жестко получить можно. То я уже устаю что-то никого не встречать. Так, я тут индус поймал, а не, он ушел. Проходи за ним. Там тоже не, он отварпал, он стабованный. Бывает. А куда он отварпал? И где ты его поймал? В 0B вот это. Ну, а где? На каком? А что вот ты делаешь в 0Б? Я тебе говорю, иди со флотом. Заходим, ОБД, варпаем на ZY. Не лети вперед, ебать. Ты, во-первых, короче, ты нам больше, блядь, пригодишься, если ты с нами летишь. Ты там никого не убьешь, блядь. И мы к тебе на помощь не придем. Там сдохнешь. И мы потеряем еще один интерцептор. А этого совершенно не хочу, блядь. Такеш, есть предложение. Ну? По карте вижу вот в этом райончике много народу в космосе. А это далеко? Это чуть дальше, чем мы сейчас едем. 17 джамп. Ну, дальше, дальше. Мы туда и едем, в принципе.
Там вообще весь этот регион, весь вкусный, мы. Даже там все ништяк. Он не, весь голодный. Пока, пока мы вот по этому десту ни одного чувака в космосе не вижу. В деклейне ты увидишь их много, блин. Хорошо бы. Ну, как тебе сказать? Лишь бы нас не увидели. Да. Нас раньше времени не спалили, то мы не свалим, мы, блядь, на хуриках, ебать. Ласкайте огонь. Блядь, у них 150 рок. Маледикшн, чек. 7Q, останавливаюсь. Чё там? Малёк, куда ты ушёл? Куда ты, детка? А, я провалился. Ну, хер с ним, с мальком. Пошёл дальше, YC. Заходим в ZY, варпаем по десту. YC? Блядь. Да. 7D, локал 0. YC. Ты далеко от нас, на 2-3 прыга только не уходи, ебать. Вы сейчас на YC. Если ты кого-то поймаешь, мы тупо к тебе не успеем. Я подожду, все нормально. YC, я сейчас варпаю на YC. Сейчас в системе 7D. Вот, мы... Отлично. Вы варпаете на ZY, я на 1.5 системы впереди вас. Да, отлично. Просто держи как бы дистанцию такую. Хорошо, шпилим пока. Я не волновался. Не волнуйся, я не умру. YC локал 0. Угу. Дест во флоте. H1 крабит, кстати. H1 локал... А, еще не провалился, господи. Один человек. Нам выиграешь, да. Захожу H1. Заходим 7D, варпаем по дест. H1 локал 0, варпаю к U5R. Заходим, варпаем на YC. U5R локал 0. Иду ROZ. А ваш один чуть было, что нет? Ничего не было там. Маледикшн какой-то пролет не был. Вот. ROZ локал 1. Подскан пусто. Танки нет, чё-то шукаю. Хуя ты на 4 прыга свалил. Я подожду. Жди. Просто, блядь, поймаешь, если ты кого-то поймаешь, даже тот же Иштар, ебать. Мы тупо к тебе не успеем. Тебя или я не буду ловить. Его отпустишь. Я не буду ловить, господи, все нормально. Ну вот так. Там NPC регион найду флот, спокойно посмотрю там со сторонки на них, подожду, пока вы подойдете. Потом вступлю в бой. Что? Заходим YC по дест варпы. Я ж тут за это переживаю. Мне проще побыстрее оббегать райончик, посмотреть, там есть что, нет что. Встречу, задержусь. Мы летим сейчас в такую хрень, где мы оттуда в живыми не прилетим, я сразу говорю. Значит так, EZ2ZX локал 0. Ну как и ожидалось. Такеш, продлевай дест. Жди. Ты чё, в RH, что ли? Я в EZ. В RH сейчас варпаю в RH. Подожди нас. Так вы нон-стопом фигачьте, да а я... Да мы нон-стопом летим, у нас, блядь, разнопёрые мы. Да мы, блядь, на БКшках. Да, но запусти. Ты, блядь, на интере летишь, нахуй. Ты одну систему пролетаешь, а мы, блядь, только... Разгон берём. Запусти меня вперёд, чтобы я посмотрел, где чего стоит, какой ладно, флот и так далее. Ладно, я тебя запускаю, сейчас, жди. Вот, пока вот эту посмотри. Они же от цептера не взбегутся.
Эти еще как разбегутся? Вот, пока вот эту посмотри. Заходим H1 на Q5R варпаем. Там крабит. Сейчас там локал 0 по карте. Летите, ну, прости. Нет, возможно, один. Еще по пути один в системе. 0CNPR. Там или лед роет, короче, либо крабит. Скорее всего, лед роет, но. Я знаю, где есть один кар. У нас в Аеле есть один кар, Танатос. Да, так его попробуй убей. Он, сука, прошаренный. Малек вилатор на подскане, на андок валю. Ой, у меня пулик нет, вот в чем проблема, я бы его ушатал. Тебе нужны пульки, да? Да не, я понимаю, что не нужны, я и не заряжал. Я тебе, хочешь, скину, у меня есть с собой. Рокетсы, да, есть такие? А, рокетсы? Ну да, малек же ракетками стреляет. А, нет у меня рокетсы. По приходу в Q5 заходим, пустат варпаем на подскане. Подышку. Чего там? Пустат на подскане, сейчас. Собираемся все на гейте ROR. Все, кто отстает, кто это. Все, все собираемся на ROR. Не растягивай нас спорты. Нет, вы самостоятельно. Я просто, ну, так я же тебе говорю про то, что я продержусь в системе, просмотрю, как бы, и для меня это не сложно. Меня не убьют. Когда нужно будет, пора будет, я вступлю. Да они ж там, блядь, хитрожа. Они сдрыснут, короче, и все, блядь, и вылазить не будет полтора часа. Ну так они скорее флот увидят. Я их пора чуть-чуть цепану. Бдительность усыпим и нормально. Короче, локал грустный. Падающий шку возьму. Значит, я в системе 0-CNPR отошел. Нет, ты лети в P33, там и в следующей системе грустный. DW тоже грустный. А вот в P33 тебя ждут. На связи. А? На связи, прохожу систему DW. Давай. Заходим. ROR по приходу, варпаем по десту, блядь. DW, локал 0. Ну да, я знаю. А в P33 там 100 пудов роет, ебать, скорее всего. Там сразу на Азбелт варпаем. Попробуем. На EZ2Z варпаем по приходу. Проходим ROR, варпаем EZ. Да подожди, мы двигаемся в быстром темпе. Перед боем ты... Владимир приберным, ну. Ага, в локале, блядь, кроме нас никого нету, блядь. Какая хуй разница, как тут варпать сейчас? Есть Петра Ваги. Да он один, блядь, что он там сделает-то, блядь, висит хуй знает где. Иммортус почему-то. Чувак. Локал 6, P33. Тема не вся сканится. Варпаю. Смотрю, айс билтов нет. Как нет? Там есть айс, вот эта хрень. Не белт, ебать, а это, блядь. Аномалька. Да, я в курсе. Нету. Под сканом не шибет. Срели. Талос голем на подскане. Ну вот, видишь, я же тебе говорю, там ждут. Пундочку. Ищи. А где они могут быть? У гита ЕЗ собираемся. Голем ушел, Талос где-то лазит. А посмотри, где голем был. Так почему же я знаю, где голем был? Я тебе скажу сейчас. Сканера загоните, может он плек сделает. Он там на хабе был. Братка, здесь нет аномалик вообще. Я что-то сейчас... Ты что плек сделал? Сказать все у меня... Папа, извините, братцы. У меня... Это... как его? Да мы поняли. Заглючил. У тебя аномальки не включенные, блин. Нет, включенные, они не прогрузились. Ужас. Заходим, варпаем на VRH. Возвращайся к нам. Короче, от VRH сейчас будем быстро лететь до вот этой системы.
Модель, враж, возвращайся к нам. Ставим дест. Модель, ты тут? Да, тут. Давай, к нам возвращайся, враж. Это DW. Да, я понял. ОЦН и враж. И вы сейчас всей мелочью туда ломанете. Пока мы вас будем догонять. Хиберос, а что, скетчи варп не делаешь? Пускай летят сейчас самостоятельные скетчи, это важно. Да. Блять, yes. Заходим в ираж, подест варп. Чек. Подождите секундочку, Талос на подскале все-таки, блядь, здесь. Хорошо, мы за ним потом вернемся, лети. Mm-hmm. Может, голем вылезет. Возвращайся к нам. Потому что вся надежда... X36, пока не заходите, плюс один. В X36 не заходим, да. Собираемся все у гейта X36. Ждем нашего этого. Интерцептора. Я могу зайти посмотреть. Не надо, блядь. Не надо. Сейчас все туда вклоним. Да вот тут там ничего даже нету, нам палево нельзя наводить. Варфай, Сеовольф, ты на чем? Куда ты варпаешь, спорт? Варпай на 0-1-Y. Это где вообще? Тут дест от меня, который ты дал. Блять, тогда в 0-1-Y зайди и посмотри сразу где-то. Блять, вот кто сюда заходит, X36 сказал, никому не заходить, блять, уже двое тут сидят, и один уже куда-то вообще дальше ебанул. Вы чё, блять? Создание, вернитесь назад, нахуй. Локал 15, из них плюс 7. Ебать, нахуя вы туда летите, блять? Если вы там, блять, сейчас прилетите, нахуй вас спалят и все оттуда улетят. Нахуя мы туда толпой, блять, полчаса летим, ебать? Ну хуя вы это делаете, блядь? Вы что, не понимаете, что ли, блядь, по-русски вам, по какому вам еще объяснить, блядь? Летите, блядь, со флотом, ебать, если вы тем более, блядь, не интерцепторы, нихуя. В X36, блядь, все собираемся, на. Че там в O1Y? Локал пусто. Локал 15. Подскан пусто. Ага, давай. LC307. Да. Варпаем все на LC. Чек. Каракал Эни, Омин, Нави, Вагабонт, Эни, Скайт, Флит, Гриффин. Где? Скайт, система 0-1-Y. Сейчас подлетаю. Да, они на ГИТе, плюс А, из них половина. На ГИТе ЛЦ? На ГИТе ЛЦ, да. Из них половина моих плюсов. Хорошо, пролетай мимо, блядь, типа ты там мимо летишь. Все варпаем на гейт ЛЦ, ебать. Много их там? Эни, Прикал, Кроу, Скайф, Флит, Сабра, Вагабон. Ну, примерно. Ну, 10. Распилим, конечно. Подскан от гейта ЛЦ, от гейта 0-1-Y, 0, локал 16, варпаем на андок. В ЛЦ чё? В ЛЦ локал 16. Подожди нас, сейчас мы сначала туда залетим, в O1Y будем этих шнырей расстреливать. Подожди нас, в ЛЦ покрутись. С какой стороны заходите? Мы с X36 заходим. Заходим в ЛЦ все. В ЛЦ заходим, на O1 варпаем. Сейчас я буду туда проходить, но не расклочиваться. Так, скетчи теперь, короче, по вторым командованием. Еще раз, куда варпать? О1, не по десту. Мелочь вся ушла на О1. Мелочь прям туда заходит, блядь, и всех расхватывает. Скетчи в ноль варпает. Мелочь, так, сабрак по приходу, как туда зайдешь, не расклачивайся. Если увидишь, что они сваливают все... Ну или разгоны берут, ебать, не рубятся, то их, соответственно, бублишь кого-нибудь. Все, блядь, эти ассалты туда заходят, короче, и начинают, ебать, расхватывать цели. Остальные, блядь, варпают на О1, проходят, скичи и смотрят, короче, по этим.
по бродкастам и прочей хуйнеями. Давайте вагу цепляйте. Вага поинт. Давай цепляйте. Все, пилим вагу, блядь, скрамблы на нее нахуй. Вага вместе. Приготовьтесь к проходу ваги. Да. Так, а у нас ее ловить нечем, кроме сабры. Сабра поймает. Эню, не проходи наш. Блядь, ну только я, если сейчас пройду обратно. Где, вы... как, собра, он собра, прошел. Обратно иди, блядь. Он прошел. Ебать, у нас тут ловить нечем. У Хелиуса поинт есть, попробую. Ну попробуй, у тебя диз, что ли? Нет, у меня тоже диза есть на обратной. Ну хватайте, блядь. Хватайте его, блядь. От варпа. Ебать. Вот это попытка глушения, блядь. Ты кто там гейт, блядь, глушит? Вы чё, сука, инвалиды, блядь? Возвращайтесь обратно, блядь. На солнце он от варпа, варплю за ним. Да ху... На вторую планету он ушел. Короче, я понял. Улим. Давай, спортмодель в C4. А можно плюсов таклить, а? Нет. Его. Ну ты можешь сказать, где они стоят. Общую команду дай этот флотом. Так, ладно, куда идем сейчас? На C4 варпаем. Все возвращаемся на Арцат ВЛЦ. Ву, блядь, вага. Скрам, вага. Где? Кто? Точку. Точку во флот. Варпаем на эту чело, блядь. Хватаем вагу и ебашим ее. Скичи, готовьтесь откачивать, нахуй. Он нейтри, давайте быстрее, ребят. Давай, давай, летим, блядь. Вот мелочь главное, блядь, скрамблы, херамблы. У вас у ассолтов скрамблы есть? У меня на хуре есть скрамбл. Блять, на хуре. Мне надо, чтобы ассолты его хватали. Есть. Заджанил. Ебать, ну перехватывайте. Продублируйте. Перехватывайте, блядь. Нахуй нам ассолты с сенсор-бустерами, блядь. Нам ассолты нужны со скрамблами. Если у вас нет скрамбла, блядь, или диза, нахуй, вы нахуй во флоте не нужны, блядь, на ассолте. Убивайте эту хрень, блядь. Да, смотрите по подкастам. Значит, всех хорошо все живут. Ну качайте его. Яйцо, блядь. Молодцы. Трупов нет? Нет. Это... Отлично. Ушел на C4C. Все, варпаем все на C4. Выстрел локал 5. Выстрел сделал больше дамага, чем все. У вас что, в натуре, блять, у вас аутов нету ни дизов, ни скрамблов, что ли? Есть. У меня есть. Проходим за ним. Не проходим. C4 чего у нас спорт? C4 локал 5, подскан 0. Заходим. Давай, спорт, дуй до последней точки, ебать. Без остановок. Там тебя ждут, нахуй. Остальные в C4 заходят и обратно к гейту прижимаются. Никуда не варпает. Обратно к гейту прижимается. Хелиус, встань в системе ЛЦ. Говорю, никуда не варпают, ебать, одно тело куда-то ушуршало. Они в перепуге, одно тут десяток с перепугу куда-то ушуршало. Обратно гейту ЛЦ, прижимаемся. Хелиус в ЛЦ остается, ебать, смотрит там. У нас сейчас будет с той стороны, ебать, кемпить. Ну или собирать кемп. Блять. Сейчас вернусь. Возвращайся. ГМЕ локал 2, подсканывай. Давай, дуй. Прохожу МПП. Таранька на обзорке. Да забей. МПП локал 3. Подскан 0. Давай сразу дальше. Мне только последняя система интересует. Правильно делает, пусть ее пиздит на то. Подскан РГ, МПТОРакс и Штар.
здесь, чуть задержусь. Давай, возвращайся, интерцептор наш. Хотя... Что у нас там этот? Что у нас в ЛЦ? Нет там сборища? Там такой? Чисто, да, на гаке чисто. Ну, а вообще там локал не растет, ничего? Ну, локал 14 тел, как и было. На подскане пусто. Так, не спешим, в МППА не заходим. Мы вообще не заходим туда. А что случилось? Да, и старый ищу. Так, и один на пусе. Давай, возвращайся. Не спеши, я не в конечной системе. А, не в конечной еще? Нет еще, по пути. Они нам что-то пишут. Они нам пишут, что нам пизды дадут ему. Я им верю. Поэтому я советую тебе спорт поторопиться. Я прохожу, сейчас буду ай-ю-ю. Ну, в конечную систему. Локал 8. Подскан 0. Возвращайся обратно. Новый дест во флоте ставим. Блин, мы уже почти полтора часа пролетели, только двух убили. Ебать, сейчас нам пизды. Да. Заходим ЛЦ на К4 варпаем, ждем спортмодели там. Все заходим ЛЦ, варпаем на К4. О, да. Да сейчас зару будет, ничего. Уже скоро будет. Буквально 2-3 системы мы отлетим. Ну да. В К4 никто не проходит, ебать. Для тех, кто в паровозе, блядь, в лифте, там, где родился, я им тоже говорю, блядь, не проходим в К4, нах. По приходу, Савра, Бубль, жги. Стоим, ему. Хелиос может зайти в К4. Гляну, что там. Локал всего двое. На подскане никого. Суцуки. Смотри, короче, спорт. Мы куда полетим? Вот по этим, ну, мы тут по такой дуге пойдем, короче. Здесь в каждой системе крабят ими. В каждой системе, в следующей. И там есть закивок, я хочу туда заглянуть, там три прогресса. И закивок, да, и три QE, там влево есть тупик. Ну, там кругляшочек, да, хочу туда заехать. Вот, и туда заглянуть. Ну, ты понял, там, короче, весь смысл в том, что в каждой системе там
крабовая это, крабовая. Нам главное до нее долететь, короче. Лен, бубль потухнет, новый поставишь и перезаряжай. Даже вот час новый ставь и перезаряжай. Сейчас мы подождем, как у Сабры бубль перезарядится. И еще. Прошел К4. Варпай 80. Давай. Лен, перезарядил? Лась. А? Скажешь, Ром, когда она перезарядится. Малек у меня здесь. Прошел, прохожу за ним. 8С? 8С, да, прохожу. Перезарядилась? Заходим К4, варпаем на 8С. Старанясь на подскане. Поранец на обзорке. Ни хрен с ним. Заходим. К4 на 8С варпаем. На 8С, локал 9. Угу. Кемпит, скорее всего. А, подскана нет, через солнце иду. А может роют. Там лед. Доминикс, Фобос, Доминикс, Виджилант, Балгорн, ЭВС, Доминикс. Это от солнца. Сейчас, скорее всего, на ГИТе Е3. Секунду. Ну, глянь. Да, они там. Иду на Е3 в соточку. Поджимайте 8С. Да, поджимаем 8С. 8С никто не проходит. У нас плюс не трав. А кто это? А, мне нейтралы. Ну, вообще, спасибо. Значит, Виджилан, Домец, Хирх поймешь. Ну, давай. Одного линкую сюда. Ты их видишь? Да, я их вижу в овервью. Балгон, все в инсте, гайки. Тихо. Все в инсте гайки. Могу пропихнуться на ту сторону. У них бубль раздут. А, с той стороны бубль сдули. Я пропихиваюсь, вариков нет. Балгорна подхватите, они проходить будут туда. Я там придержу. Да. Ягуар, мелочь вся заходит, 8С варпает на Е3, это не по десту. Давай туда, спорт. Я прохожу Е3, да. Они на Е3 все варпают. Отварпывают, сейчас скажу, куда. Мелочь. Отварпывают четвертая планета. Ну, хватай кого-нибудь. Соточку, сейчас ухожу, да, не успел. Не планировал. Ухожу в соточку на четвертую планетку или какие-то билты. Возможно, у нас потик. Хелиос, давай, блядь, 8С уже мобил. Рановатого, конечно, их там. У нас потики, скорее всего. Есть сканер. У них джамбридж-то. Дронов уничтожить. Ах, я лузер. Мне нужен был второй цептер здесь. Чего? Нет, я говорю, мне нужен был второй цептер здесь, чтобы я положил поинт, тот провалился, и мы бы кого-нибудь не отпустили уже. Давай обратно, возвращайся. Из ЛТ-8С Локи зашел. Угу. Прибавление нейтрал у нас. Сколько? Один.
Это Локи. Пока не вижу. Прибублите там еще. Не от нас. Прибавление 2 нейтрала. Иду по десту. Вся мелочь на ЛТ варпает. Сабра, заходи в 8С, варпай на ЛТ. Прохожу ЛТ. Да, пускай, пускай. Бля, пустили. А локал один, ЛТ. Собрание нейтральное. Собрание нейтральное будет проходить к вам. Ну, так, если что, у нас тут этот Фриман, где, или Фригман, как его? Формик, во. Собра, собра сейчас будет проходить 8С. Да. Лочится. Формик. Хватай, Сабру. Собра поинт с этой стороны. Плюс один локал. Смотри, чтобы она тебя не снесла, нах. Снесет, мало еще. Прошла. Так, Бубль ждем. Сабр нашел. Все остальные заходят на ЛТ варпает. Дрейк на подсканивание. Хорошо, Сабру хватаем, блять, убиваем. Дрейк пришел, приготовься, хватит, сейчас потаплю здесь. Сабра заклочилась, ебать, расклачивайте, блять, душите ее нахуй. Ебать, у тебя... Дрейк вам прошел Дрейк к вам. Отлично, ловим Дрейк. Все остальные Сабру прилетели, курики. Стороны. Там Сабра к тебе, ее по дизи, ну, только по этой, по орбите. Я поймаю, все нормально. Только смотри, чтобы не сдох ты. Не боись. Она да еще и клочная. Да кто-то пройдите тогда к нему, ну. Не надо ко мне проходить, я не подержу надо, ее. Ну и просто подизит. Дрейк прошел к нам? Да. Сука, как бы он не с цинкой был. Гейту подтягиваемся все, блядь. Блядь, она заклочилась. Так раз, клоч. Дрейк убиваем. Быстро. Дрейк, все стреляем, Дрейк. Блять, как туго идет, нахуй. А, сможет обратно втопить, нет? Обратно? Наверное, нет. Нет, он не втопит. Ты че? Яйцо. Кто все время яйца чпокает? Да пофиг. Нормально все. Дронов собрали, гейту прижались. Сабра не расклочилась там у тебя? Сабру гоняю по системе. Вроде на болт ушла, на реватнула через клопу. Прибавление у нас одно. Надеюсь, это Балварн, блять, второй к нам. Чё за трек, покажите. Так, Лен, ты перезаряжаешь эту свою бубледуйку? Отлично. Бубль не обновляй. Я знаю, что он какой-то тугой, жесть. А они просто не рассчитывали, что у нас так будет. Много, блин. Или это было бы бесполезно. Не успели бы подпрыгнуть. Они не собрались, или хер. Они давно уже рассчитали и собрали бы, сейчас прилетят. О, блядь. У них здесь Никс, ебать, залогинился. Или Никса, вот, ебать. Зюнген. Заходим в ЛТ. Давай, по десту. Захожу 5W. ЛТ, заходим, по десту варпаем. Так, мне Дрейк кто-нибудь покажет?
Показали. Во флите. Молодцы. Локал 4. Пацкан 0. Нет, Арчон и Штар. Давай, хватай, Арчон. Блять, где его найти-то только? Он на форсакен хабе. Может, и в хабе. Ягуар отвалился свой. Ну, зайдет, точку поставить схватки, мы его примем. Не говорите на салт, мы кометы надамажили больше, чем хурики. Арчон, поинт, блядь, сейчас будет. Мелочь, заходим, варпаем на кого? Точку. Спортмодель. На спортмодель варпаем, перехватываем Арчон. Соответственно, остальные, блядь, тоже варпают с кичина оптимально. Быстро делаем. Все, зашли, блядь, на спортмодель варпнули, он во флоте. Скичи, блядь, готовьтесь качать все, что, блядь, видите, нахуй. Не забываем бродкастить, ебать. Не очкуй, мне отпущу, значит, по мне пошли Гекска. Давайте, блядь, перехватывайте его. Отстреливайте Гека. Ух ты, как блядь. Вы отстреливаете? Мелочь, блядь, схватите его. Сабра, бубль, не жечь. Вы можете сиздали пострелять, нахуй. Арчон, еще один поинт. Есть поинт. Все, отлично. Спорт, можешь, короче, реварпать. Мне все нормально, меня никто не убьет, я бессмертный. Скичи, готовьте спортмод... Так все, я откачался уже, все нормально. Не забываем бродкастить. Арчон, чем бы его херакнуть? Мобилу убить. Мобил депо, мобайл депо, этот, лочит, у праймери мобайл депо. Да, мобайл депо, все по приходу, мобайл депо разваливаем. Мобайл депо, быстренько, он сейчас рефитнется в варп стабе. Чтоб он не рефитнулся, блядь. По приходу, мобайл депо, стреляем. Мобайл депо убиваем. Это всего после схватки, берите. Подожди. Бродкаст, мобайл депо. Мобайл депо, блядь, ебашим. Скичи, готовимся качать. Все поинты на Арчон. Поинт на Арчоне. Да. Мобайл депо убиваем. Да убили уже. Все, ну, давайте, Арчон убиваем. Скичи, блядь, не тормозим. И у меня же бонусы еще на щит есть, ебать. Да целопчика со схватки. Сейчас, минуточку. Где ты? Ага. Давайте. Сабра, как он будет на структуре, пол структуры будет у него, бубль будет сжечь. Сын. Можешь его орбитить. Смотрите, кого стреляет, ебать. Так, у нас Хурик убивает. Джон Винкера качаем, ебать. Джон Винкера качаем, ебать. Цинка. Качаем, он целый, чё. Все, можно. Да. Скичи, слушайте команду. Давай этот, где там, блядь? Формик, блядь. Хватай его дизом, нахуй. Ты должен мне отметиться, блядь. Он в триаге. Да похуй, че нам триага его, блядь. Он уже может дизом. Ты его не поймаешь в триаге. Его триага нам до жопы. У нас, блядь, ДПС. Спамьте, на нем поинт только. А бубля не будет. Спамлю поинт. Будет бубль, когда у него 25% суток. Так, ну давайте, стреляем. Да ему хана. Бубль будет, когда у него будет 25% структуры. Так, в триагу напал бы. Ну, может тут обосраться весь его. Дикие пчелы, блядь. Давай, бубль, жги один, Лен, жги. И да, и смотрим за ним. Цина, блядь. Цена горит. Хуй с ним. Сейчас еще придет. Ну стреляем. Можно подогреться. Сейчас к нему еще что-то придет, но он. Цена греет 2 минуты. Надо греться. Греемся. Только, блядь, не сожгите ничего, пожалуйста. Очень вас прошу, он должен сдохнуть. Ним... Он там просит помощи, зажег цену, ну, блядь, это ему не помогает. Дронов, херонов, он один хер сдохнет. Все, перегрев отключили. Стреляем обычно, блядь. К нему никто на помощь не придет. А если придет, он умрет. Он уже не успеет. Не, сейчас уже умрет. Это. Яйцо не успеет. Писечка. Яйцо. Красавцы. Вот за что я вас люблю. Яйцо поинт. Я посмотрю, что в нем. Кто-то все уже налутали, ебать. Вытаскивай. Что за люди?
Все слутали, блядь, все. Так, вытапливаем из бубля. Так, Егор сейчас опять отвалится. Егор, не хватает. Не, а он в бубле. Давайте, непись. Только, Егор, давай быстрее залогинься, потому что мы тут, ебать, тебя под неписи не это. Но я могу его показать? Да непись убиваем. Хуй. Отвар куда? Давайте мне во флот, кар, бля. Чтоб я выбрал, что там с него можно забрать нахуй себе. Нихуя себе. Я маньяк. Хороший пот. Да там брать нечего. Там нечего брать на той. Нищеброд. Так, там этот стрим записан, все дела. Этот, на Такеши пришлёшь. У кого есть сальвагер, отсайте его. На ютубе посмотришь. Ягу во флот. Может, непись добьем? Да, добиваем. А Яга так... флот дается. Линком. Непись, поинт. Давайте, добиваем вот этого. Узурпера. Дронов собрали, нах. Разгон на РО-0 взяли. Надо думать, как мы будем отсюда выбираться, ебать. У нас вылет к финалу, Такеши, или как? А? Ух, непись резнулась. Вылет. Кстати, вы этот отлутали? Кар. Отсалили? Да, нечего. Если что, можете в рек убить уже, нахуй. Нет, уже в рек. Такеш, на тебя не писарится. Да в рек убили? Да. Варпаем на РО. Ну там половину ты не погрузишь, там каждый модуль, блядь, 4 тонны. На по десту варпаем. Кто дронов на радостях забыл? Бля, я же им сказал задочиться. Вот суки. Да некоторые я забыл. Локал 4 подсканы штар еще. Чую я, мы не уйдем отсюда. Нахуй вы капсулу убили, дали бы вписаться. В реке стрелянные ушли с аномальки. Дест во флоте новый, блядь. Собираемся все. Так, спорт, ты где? В РО? Да, по десту, в РО. Заходим в РО, варпаем по десту. Карс дулос под сканом. У нас вылет еще, а сколько планируется? Просто хотел что-то и отвалиться там. Чего? Настя говорит, ужинать пораньше. Забудь про ужин. Настя не хочет готовить, пускай отдыхает. Смотрит Дом 2, блядь. Чек, и штар на подскане от гайки ЗО. И штар на подскане от гайки ЗО. На ЗО варпаемся. Гарпия на подскане. Прохожу зато. Логал 4. Давай подскажем. Мы уже к дому выдвигаемся. 2 эштара. Нам осталось по дороге еще что-нибудь убить одно. Ну, я думаю, крекер мне заплатит за Арчом-то, ебаный рот. У него спроси на всякий случай. Человек такой противный. От какашек вы откачаешься, блядь, это не каракалы. Ну да. Чё у нас зато, не видать? Чё? О, Ягуар опять наш, отлетел. Ягуар наш. Не трогайте его. Это наш, да, Ягуар? Опять отловился. Заходим в ЗО. Варпен на 3QE.
и Штары. Они все на 2 на Джамбридже. Прохожу 3 QE. Давай. Он на Форсаке не был, кстати? Хагер. Да. Ништяк. А там, короче, ЕФ и Юзука там. В Юзуке еще кары, говорят, есть. Фицер, но не Щебруцкий. Локал 5 под скан. 0. Без танка варпа. Дест есть? Ну, Дест ты же хотел с 3 QE. А, с 3 QE вон там по кругу пойдешь. ЕФ, Юзука, 85. Понял? Да, да, секунду. ЕФ, Юзука, 85. Юзуки 100 пудов что-то крабит вообще жестко там. 85 крабит. Я ЕФ, 85, потом Юзука. Лучше ЕФ, Юзука, 85. В 3 QE, чё? 3 QE, локал, 5 под скан 0. Заходим 3 QE на ЕФ варпаем, не по десту. ЕФ. Гейт ЕФ, не по десту. Локал 5, под скан 0, через станцию варпай. Давай через Юзуку сразу варпай. Да, еще одну карту по домам. Да мы и так в сторону дома уже двигаемся. А знаю, что в этом самое приятное, блядь. То, что это пчелины. Да, это дикие пчелы, блядь. Это неправильные пчелы. Прохожу Юзука. Давай. Все надежды на тебя. У вас уже все было. Да, вижу. Ев, заходим. На Юзука варпаем. Подскан 0, локал 11. Этот кадр, кстати, вступил в гунам как 4 дня, и вот уже кар проебал. Все, разочарование на всю жизнь. Он с цинкой был. Ну, думал, сейчас к нему на помощь придет, а там кто-то сказал, да ну нахуй, сейчас мне еще и мой кар наебнут. Комбат на подскане. А нафиг комбаты. Ухожу на 8-5. Давай. По приходу разган на 3 QE берем. В Юзуку не проходим, разгон на 3 QE под десту берем. Я же сказал, крикер не засчитает, он противный. Так, нам что-то... Кто этот прошел в Юзуку два тела? Разгон на 3 QE берем под десту, не проходим в Юзуку. За 2 не засчитал, за 1 засчитал. Локал 13. Подскан, Вагабон, Тибис, Рипер, Иштары какие-то. Иштары этот там же. На 85 варпаем все. Да сами варпнут. Это не по десту, 85. Там и Штар сейчас прихватит. Их еще прихватить надо. Это для скичей. Идем, пока нет. Нет? Блять, что за чего?
Да все сбили одинаково. Да сбивается. Ну возвращайся к нам тогда. Рано, штар, сейчас секунду. На 85. Гейт 85 называется. Как и прыгнули туда. Я тоже так сначала подумал. На 8 километров, блин. Браться на поясе, ребят, если вы домой, я это, логовнусь прямо здесь. Куда ты нас до дома будешь? Господи, Цептер, мне надо поужинать, я через 20 минут приду. Ладно. Бессовестно. На 3 кью все варпаем. Блин. Хотя бы с нами еще 5 прыжков до ВВК бы долетел бы, и все будет ништяк. Ну, цепторочки-то есть у вас, ну что, ну я там уже жду совсем на кухне, ну что. У тебя же была надежа все. Все нормально, у вас все было сегодня, кар был, все хорошо. Это, Лен, ты циклон умеешь? А ты два этих хэви ассалта она умеет? Сейчас, короче, во флот. Яга, например. Не хэви ассалт. Вот, кто на сабре, посмотри мой фит и скажи, что ты не умеешь. Выпрыгивай из сабры. У нас малек на подскане. Лен, выпрыгивай из сабры. Запрыгивай в циклон. Нету. Тихо. Заходим. 3Q варпаем на MXX5. Вот не простой циклон, а Tucker Tribe, между прочим, его. Так что его не сливать нельзя, сразу говорю. Собираемся все у гейта MXX5. Прикольно. По-моему, нас уже разводят. Арис, заходи. Наш Арис, заходи. Лети на Дрейк. Ну его надо только на дис брать, сразу тебе говорю. Хватай на дис и арбить. Нет. Отфарпал. Все заходим на гейт ЖУ варпаем по десту.
все варпают на гейт ЖУ. По-моему, нас уже впереди будут встречать ими. Штар, Дрейк, Джамбридж. А может и не будут. Сабра бубль надула, охуительно. Блядь, сучка. Арис, хватай Сабра. О, нет, отмена. А, не, отлично. По приходу хватаем Сабру, Дрейк убиваем. Сначала Дрейк праймери. Блять, это цинка будет. Ну, Дрейк, быстро убиваем Дрейк. Мелочь убивает Сабру, все остальные убивает Дрейк. Дрейк должен умереть, блядь, Сабра тоже. Ладно, хуй с ним. Убиваем. Есть, цина. Убиваем Дрейк. Быстро, 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 блядь. Убиваем Дрейк. Все, блядь, в Дрейк стреляют. Блядь, около него цина. Вы чё, блядь? Убивайте Дрейк по приходу. Быстро, блядь. Есть, блядь, заходим. Разгон на солнце берем. Разгон на солнце. Убиваем все, блядь. Убиваем хаунды, убиваем хераунды, блядь, и прочее дерьмо. Бросаем Дрейк. Дрейк бросаем. Убиваем Вагабонд. Цинабалы праймери. Цинабал праймери. Не забываем качать. Цинабол праймери, блядь. После цинабола Вагабонд. Уже никому. Давайте, давайте. Кто там бродкастим, если кто подыхает, ебать. Цинабол, блядь. Скиметар убиваем. Скиметар праймери. Вон он, блядь. Я его бродкащу. Скиметар убиваем, блядь. Схватите его. Мелочь хватает, ебать. Все остальные стреляют, ебать. МВД отключили, блядь. Обратно, обратно, блядь, на край бубля, блядь, притапливаем. Скиметар, блядь, убиваем. Быстро. Скиметар около вас летает, блядь. Схватите его на скрамбл и пизданите уже, блядь. Скиметар, блядь, стреляем. Мелочь схватила его, скиметары, схватила, блядь. Скиметар схватила, мелочь, нахуй. После этого скиметара будет второй скиметар праймари, блядь. Убиваем скиметар, блядь. Быстро, блядь. Секондари, вот секондари. Убиваем весь... Скиметар, блядь, стреляем. Все, блядь, топим к скиметару, нахуй. Все к скиметару топим. Быстрее это делаем, все, блядь. Почему, блядь, не разлетайтесь, нахуй, далеко, блядь. Вы чё, блядь, творите? Демоны, блядь. Ебать, вы... Качаем, Сабру качаем.